Рождество Христово – один из главных православных праздников, который ежегодно отмечают все жители Казахстана, вне зависимости от вероисповедания и национальности. Он по значимости считается вторым после Пасхи. Открывая благотворительный концерт, присутствующих с Рождеством поздравил секретарь районного маслихата Адильхан Куликешев. От имени депутатов Бурлинского районного маслихата разрешите поздравить вас всех православных и наши жители Бурлинского района с таким великим праздником Рождества Христова. От имени нашего правительства, от имени наших депутатов районного маслихата все делается для того, чтобы этнокультурное объединение всех наших проживающих в Республике Казахстан отмечали свои праздники. И для нас это важно. Почему? Потому что мир и согласие, которое царит в нашем Республике Казахстан, это как братья и сестры. После выступления секретарь районного маслихата вручил от лица депутатского корпуса благодарственное письмо протоиерею церкви преподобного Серафима Саровского Дмитрию Носкову. Уважаемые жители города Аксая, Адильхан Апиевич, депутат районного маслихата и все наши прихожане и все бурлинцы, всех с праздником! Я хочу присоединиться ко всем поздравлениям, пожелать нам всем с вами здоровья, мира, чтобы наши дети росли, радовали нас. Ну, мир и процветание всему Казахстану. Спасибо за внимание. Всех с праздником. Рождественский концерт открыл своим музыкальным номером хор при храме Серафима Саровского под руководством Инны Мезиной. Также праздничный вечер украсили своими танцевальными номерами снежинки, Санта-Клаусы, кадриль, воспитанники детской школы искусств, танцевальные коллективы «Карлыгаш» под руководством Шнарко Ишибаевой и «Балауса» под руководством Айданы Утиген и сольное исполнение воспитанниц детской школы искусств. Субтитры сделал DimaTorzok.
С поздравлением к жителям района обратилась директор детской школы искусств. С праздником вас, уважаемые гости, дорогие бурлинцы! Пусть с рождественскими днями в ваши дома хлынет радость, душевный покой и счастье! Сегодняшний концерт был подготовлен учащимися и воспитанниками детской школы искусств и хором Серафима Саровского. Также была представлена выставка от воспитанников Центра внешкольной работы. Все участники получат памятные подарки от председателя Русского этнокультурного центра при Урале Дмитрия Савы при поддержке директора развлекательного комплекса Алтын Шатыр Александра Прокудина и директора ТО Global Trade and Service Александра Левина. Завершал концертную программу хор при храме Серафима Саровского с песнями «Радуйтесь все» и «Аллилуйя, Христос рожден». Аксайский приход церкви преподобного Серафима Саровского выражает благодарность в организации праздника Русский культурный центр Приуралья, Дом дружбы и районный центр досуга. Майя Амирова, Тимур Тулипергенов, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак».